Команда «Тобол» играет в светло-зеленый... Хороший футбол собрал команды из Дзержинска, Благовещенска и Нижневартовска. Победный настрой задали тобыляки. Местная команда второй год подряд демонстрирует удивительную результативность. В финальный день соревнований со счетом 1-3 они вырвали победу у футболистов Благовещенска. Очевидно, что когда играют дети, отношение другое, да, то есть понятно, что у них задор такой настоящий. Они играют ради своих собственных эмоций, они играют очень искренне, и то, что я сегодня увидел, мне очень понравилось, причем все матчи были очень интересные. Особенно Нобель выделил игрока тобольской команды Вячеслава Ковальчука, который продемонстрировал марафон забитых голов. Ну, мне очень приятно, хочу в какую-нибудь команду попасть. И в этом турнире я забил 6 голов. Мне очень понравилось. Ты давно занимаешься футболом? Ну, 8 лет. По итогам соревнований Вячеслав стал лучшим нападающим турнира. Награду ему вручил известный российский футболист Алексей Смертин, который в целом был впечатлен детским футболом. Более того, зачастую играют как взрослые уже, думают, по крайней мере. Пусть где-то не могут в силу еще возраста исполнить, но они думают уже правильно. Я сейчас рассуждаю как профессионал. Титул чемпиона вновь перешел к тобольской команде. А вот победителями турнира болельщиков стал футком Нижневартовска. Они увезли с собой сертификат на благоустройство пляжа. Проект «Хороший футбол» реализуется в Тобольске уже второй раз при поддержке Сибура в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, «Тобольское время».